Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Возвращение из вавилонского плена. Первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господне из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и повелел объявить по всему царству своему, словесно и письменно, так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом, и иным имуществом, и скотом с доброхотным даянием для дома Божия, что в Иерусалиме. И поднялись главы поколения Иудиных и Вениаминовых, и священники, и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.